Привіт, я Юрій Царьов. Сьогодні я привіз красу до Києва. Вона для жінки, що втратила всі яскраві фарби в своїй палітрі. Та забула, яка вона насправді. Пішли знайомитись. Меня зовут Ирина, мне 33 года. Я работаю в издательской сфере, за компьютером оператором. Потом в музее художника-макетчиком. Я разрисовываю, расписываю экспонаты для выставок. И также я работаю по выходным в зоомагазине с рыбками. Я не могу сказать, что я прям упахиваюсь. Ну, да. Мне надоело быть одной. Просто кажется, общая неприятная черта мужчин, с которыми я встречалась, рано или поздно выяснилось, что они всегда выберут соседнюю девушку, а не меня. И ты потом начинаешь прибирать варианты. Вот, я, наверное, высокая, я, наверное, толстая, я, наверное, не так накрашена, у меня не такой нос, не такие глаза. Ну и дальше по списку. И, в общем, ну, я считаю себя такой среднестатистической. Я ничем не выделяюсь. Я хочу, чтобы вы мне помогли показать мне меня со стороны, чтобы я увидела, что во мне, что есть хорошее, что есть плохое, как это можно исправить для того, чтобы наладить свою личную жизнь. Здравствуйте. Привет. Я вже з широкою посмішкою. Я Юра. Очень приятно. Меня можна Ира. Зайти? Да, заходите. Дякую. Зустріла мене спокійна жіночка в светрі, натуральне волосся, без мейкапу і навіть трохи сумна або перелякана. Подивимося. Скільки багато в тебе всього, я так люблю, що є зачепитися за що. Розказуй, чим займаєшся? Я люблю содержать домашних животных. У меня рыбки, хомяк и два кота. Це хомяк? Да, хомяк. Там один? Да, они живут поодиночке. Я знаю, что клітиночки для хомячків зазвичай маленькі. Да. А тут не просто хомяк, ты маєш надію, що він виросте трохи. Нет, на самом деле, по европейским стандартам содержания хомяков, они должны жить в больших контейнерах и бегать в больших колесах. Это называется этическое содержание клеточных животных. Я вперше чую, дякую, що сказала. І ось такий формат для одного хомячка? Да, мінімальний. Це для мене було відкриття. Є норми Європейського Союзу, за якими прорахован об'єм клітки для хом'яка. Там клітка більше за мене. Там всіляких прибамбасів куча, ну вона дбає про них. Я з Іриною заодно. Это дерево для котов. Не я кошатник, тому що я знаю, що це. Я бачу, що ти дуже любиш тварин. Хом'ячок, кішка, рибки. У мене двоє котів. Уже. Скажи чесно, чи збираєшся ти зупинитися на досягнутому? Да, конечно. Потому що у мене був до цього акваріум в 4 рази більше. Я много работаю, и в основном я выхожу из дома часов в 10 утра и прихожу где-то часам к 10-11. Единственные, кто меня ждут, это мои котики. Ну, они для меня не как дети. Кот — это кот. Со старшим котом я могу поговорить, как истинный кошатник. Но я не рассказываю ему, как у меня прошел день. Ну, как бы все не настолько плохо. Кубик Рубика. Складала? Мне не хватает ума, чтобы его полностью сложить самой. Ну, по-перше, у Ирины дуже багато комплексів. Сумно. А чого тобі ще не вистачає, скажи мені чесно? Любви, красоти, личного щастя і спокійствия. У мене є для тебе вихід. 3 лампи. 3. Добрий день. Чого хочеш? Я приїхав. Запрошувала? Да. Это как бы не совсем нормально быть одному постоянно. Ты просто себя ощущаешь, что типа что-то с тобой не так. Ну, когда у тебя есть партнер, то все-таки жизнь становится веселее.
неприятнее. А що тобі твої тварини дарують? Животним все равно, як ти виглядиш, уставши, ти щасливий, нещасний. Вони тебе просто піднімають за те, що ти о них не забудеш. Знаєш, хто так говорить? Хто розчарувався в коханні? Чи ти одна з таких людей? Да. Перший раз Іра розплакалася, коли я поставив питання про кохання. І знаєш, це не було про чоловіка. Це було про себе. Я не варта любові. Чому, коли я говорю з тобою про кохання, в тебе очі мокріють? Не знаю, мабуть, якийсь тригер. Тому що останнє час, після своїх якихось неприємностей, я вирішила, що краще на цю тему взагалі типу, не говорити. Розкажи, будь ласка, про ті неприємності, які зробили тобі так боляче. Ну, одна из самых таких тяжелых переживаний – это было то, что мужчина оказался алкоголиком. Он ушел в запой, и потом он меня начал сильно пугать этим. И я, в общем, когда поняла, что он алкоголик, я сбежала. Он меня потом еще где-то в интернетах преследовал, где-то около года. Я не помню, что он мне писал так прямо в цитатах. Но все это сводилось к тому, что я действительно ожидала того, что он там может приехать там и начать там разборки с, ну, в реальной жизни. После этого я достаточно долго боялась потом ходить просто на свидания с другими мужчинами. Чи ты веришь, что кохание пройдет в твое життя? Ну, хочется. Просто у меня когда-то там была большая любовь, вот, но она была такая достаточно яркая на эмоции. Это были такие американские горки, там взрыв страсти, любви, который в результате благополучно перегорел, быстро закончился и превратился в кучку пепла с большим скандалом. Он считал, что я как женщина должна стирать, убирать, готовить, там, в общем. То есть, получается, ты приходишь с работы и заступаешь на вторую смену. Но когда тебе 20 лет, и ты тоже сам хочешь, чтобы тебе кто-нибудь оладушков на утро приготовил, я начала рассматривать мужчину, которого надо кормить, стирать и убирать за ним, просто как большого кота. Беда в том, что когда ты как-то благодарная, мужчины начинают еще бурчать. То не такой борщ, то не такие носки. Психологи это называют абьюзивными отношениями. И в результате, на фоні його безконечних придірок, я теж йому сказала «спасибо, до свидання». Здається, саме в минулих стосунках криється причина всіх комплексів Ірини. Бо чоловіки бачили і плекали в ній лише недоліки, а краса її залишалася ніким не поміченою. Хочеться тебе потримати за руку. Ірочка, мені здалося, що ти трохи не впевнена в собі. Ти розумієш, що ти красуня? Ні. А яка ти, на твій погляд? Ну, я слишком высокая. Сейчас я стала слишком толстой. Могла бы быть и улыбка красивее, и нос потоньше, и губы попухлее. Чего тебе еще не вистачає, чтобы быть красивой? Понимаете, я думаю, что вот действительно есть люди, у которых есть харизма. Или те, которые, например, вот они уверены в том, что вот когда они что-то делают или что-то говорят, это правильно, хорошо, и это как бы, ну, нормально. А ты такой, когда надо это делать при ком-то, ты все время в себе сомневаешься, что ты делаешь это правильно или неправильно. Ну, нелепо это или адекватно там ситуации. Ну, не хочется, чтобы тебя там как-то засмеяли, если ты там накрасился там. Ой, ты накрасилась, а вот ты не так вот стрелку эту рисуешь. А кто дозволяет себе, не запитуючи, говорить о тебе такие речи? Ой, та... Ті ж подруги, сестра такое говорила. Скажи чесно, чи ти розумієш, що харизма, яка тобі так подобається, харизмі можна навчитися? Я думала, це врождене. А чи бувають люди, кому при народженні нічого-нічого класного не надавали? Я думаю, ні. А можливо, саме така, як ти є зараз, комусь подобається? Іншими словами, на що така дівчина, як ти, в твоїй голові, може розраховувати? 40+. 40+, тому що їм вже байдуже? Я не знаю. Мені 43.
Вот. Я не знаю. Тобто я вже можу на все, що залишилося, розраховувати. Ну, понимаете, я ж даже не хочу бути вот этим как раз мусором, который только и остался. Моя дорога, ну Боже, ну що ж ти таке говориш? Ти не можеш так людину себе не цінити, не поважати і не любити. Переді мною гарна дівчина сидить. І таке щось говорить, про що я не розумію, звідки ти це взяла. Ні, ну просто я ж знаю, що там є там всякі дівчатки, вони от такі красиві. Угу. А потім приходить там такий красивий мальчик, і він завжди, блін, вибере ту красиву дівчатку. І ти потім такий сидиш і думаєш, чорт, ну чому так? И вроде бы тоже смотришь на себя, вроде бы не косой, не кривой, вроде бы более-менее нормальный, а оно все равно как-то ну, через одно место получается. Живут люди, живут, не любят себя, кишок завели, и потом старость пришла. Молода, энергійна, голова на плечах есть, приваблива девчина. Любить не научили, комплименты не говорили, подарунки не дарували, акцент не робили на те, что в ней красиво. Мають. Мені здається, що ти віриш в те, що така, як ти є, не заслуговує на щастя. Не знаю, наверное. Потому що как-то, не знаю, я так разочарувалась в этом всем. У меня просто такое было ощущение, что все нормальные мужчины подходят где-то в параллельной плоскости. И ты думаешь, ну как туда попасть? Как попасть в эту параллельную реальность, чтобы, ну, получить то, что тебе тоже ну, хочется. Скажи, чи ты готова взяти себе в руки, зробити все можливе, щоб повірити в кохання, повірити в майбутнє щастя і повірити, що квиток в той паралельний світ насправді не потрібен. Ти вже знаходишся в щасливому світі. Просто очі треба протерти, чесно тобі кажу. Пообіцяй мені. Так а кото можна оставити? Добре. Я люблю кішок. Да. Нехай залишаються. Да. А тепер ти заспокоїшся трохи? Да. А так. Я хочу познайомитись з твоїм гардеробом. Да. Покажеш мені? Добре. Підемо. Це свята святих. Твоя гардеробна шафа. Hello! Ну що ж я бачу? Полюбляєш, щоб було зручно, тепло і комфортно. Да. Іра, її шафа – це найсумне. Я ніколи не бачив ще молодої дівчини зі шафою старої людини. От за яким принципом ти собі обираєш речі? Мені здається, що я вже 738-й светер достаю з тебе з шафи. Ти що носиш? Давай я вгадаю, під джинси. Так. Угу. Давай я вгадаю, під що ти це носиш? Під джинси. Так? Ну от я ще блакитний светер розумію, тому що колір тобі личить. Але що це? Ну, типа ж модний пильний розовий цвіт. А ти коли в дзеркало дивилася, от я яскрава, помітна, чи мене пилом покрило? Ти знаєш, що я хочу? Я хочу подивитися те, який вигляд ти будеш мати ось в цьому светері. Тримай. Ну, я думаю, що ти знайдеш собі джинси, під які ти це вдягнеш. Скажи мені, підбори хоч носиш? Ні. Ну, в основному я, мабуть, звісно, комплексую за рост. Мені здається, що 1,80 м – це слишком багато. Тому що реально там були такі низенькі мужчини, які говорять, о, ти така висока, а нам потрібен 1 м в прыжки. Все, і закопала всі мої мрії про щасливе підборне майбутнє. Добре, вдягайся ось так, як є, і виходь до мене така красива, яскрава, попелястою трояндою. Так? Да. Давай. Воу-воу-воу-воу! Воу-воу! Воу-воу! Давай, розкажи мені, чому саме цей образ і що краще він приносить в твоє життя. Мені подобається об'ємна в'язка, мені подобаються такі косички. На жаль, в'язка на такому місці, коси такою шириною роблять ще більший об'єм. Колір робить тебе сумною і старшою, на жаль, років на 15. Єдине, що його виправдовує, це те, що він теплий, зручний, все.
настільки забила себе, настільки зістарила себе, що там мені не 3 дні потрібно, там потрібні роки. Это моё старое платье-ковёр. Платье-ковёр? Да. Вот идёт такая девчина в такой сукне. Яка вона? Что в ней с сексуальностью? Так там оно и не пахнет. Угу. Навіщо ты навмисно обираешь ось такий образ? Ну, наверное, всё-таки я как-то подсознательно избегаю привлечения к себе внимания. Я так дуже хочу познайомитись с кем-нибудь. Что избегаю этого всего. Тому я хочу, щоб ми з тобою подивилися і побачили насправді, який вигляд ти маєш, коли ось так вбрана. Хорошо. Хочу зробити тобі комплімент. Ти дійсно зібрала офігенний лук. Ця сукня неймовірно личить до капців і шкарпеток. Цей стиль називається «В мене все було». Я навіть її сукню назвати не можу. Сум, сум, сум. А, тут в нас є ще щось. А, квіточки. Да, квіточки. Якою ти себе почувала в такому вбранні? Мері Поппінс. Ага, тримай примірки, будь ласка, для мене. І виходь, я дуже очікую сюрприза для себе. Навмисно прикрила пальто, цю сукню, щоб я не зрадів заздалегідь. Ти красива. Маєш гарний високий зріст, хоч я знаю, що ти його і не дуже любиш. В тебе гарні форми, ти просто їх не вмієш демонструвати. Ти боїшся яскравих кольорів, ти не любиш привертати до себе увагу. Ні? Когда на тебя слишком много обращают внимания, у меня сразу мысли: ой-ой, а что со мной не так? Ну, то есть ты не думаешь в том плане, что ты там круто выглядишь, тебе сразу кажется, что у тебя там, не знаю, ширинка расстегнута. Проте мне подобається пальто. Чесно, подобається. Якщо під ним була інша сукня. Дві тьмяні речі, на жаль, зробили тебе не тільки непомітною, ще й старшою, ще й сумною. Я ніколи не бачив такої сумної шафи. Ніколи. Вибач, я тебе образив? Ні, просто ти, коли так системно, ти просто розумієш, що ти насправді не контрастна сіра така миша. Ти ж насправді такою не є. Ти це розумієш? Ти розумієш, що ти навмисно знебарвлюєш себе, щоб ніхто не помітив. Давай скажемо досить вже. Я хочу, щоб ти навчилася дивитися на себе іншими очима. Та для того, аби Іра нарешті змогла розгледіти себе справжньо, їй належить пройти ще одне випробування. Дізнатися, яке перше враження вона справляє на інших, в тому вбранні, що зараз для себе обирає. Слухаємо? Да. Чернівець Євгеній, мені 24 роки, і я масажист. Ну, по шкалі привлекательності я би дав цій дівчині, скоріше всього, 6 з 10. Без мейкапа, без чого-либо. Вообще просто серая-серая мышка. Может боится своей внешности, девушка не хочет выделяться, привлекать чьи-то взгляды, но это чересчур. Нужно просто подчеркнуть то, что у нее уже и так есть на самом-то деле. Я, конечно, понимаю, что всем хочется там, чтобы оно было ухоженное и красивое. Но с другой стороны, ну я же тоже выхожу на улицу, я же тоже вижу этих всех людей. Но они одеты все примерно плюс-минус так, как я. Але якщо ти любиш себе, ти даруєш емоції, ти себе хочеш прикрашати. Да? Так. Да. Якщо б любила себе, піклувалася про себе. Ну да. Так. Давай подивимось далі. Меня зовут Роман Ступаев, мне 33 года, я детский тренер по личностному росту.
Ну, мне не очень. Мне не на что обратить внимание, потому что я ее не вижу. Я вижу укутанный мешочек чего-то, и просматривается какой-то немножко бабушкин стиль такой. Вот, в платьичках вот этих вот старомодненьких, в огурцах, либо чем-то подобном. Пледики. Такое чувство, как будто она себя специально прячет, я не знаю, и ей хочется от кого-то скрыться. Она такая, как будто хочется от невидимкой какой-то. Это из серии «Правда глаза колет». Мне тогда стало горько. Потому что я не хотела бы в жизни услышать бы такое бы в глаза. У нас залишився ще один експерт. Меня зовут Сергей Дангаузер, мне 42 года, я работаю в IT-сфере, веб-разработчик. А мне эта девушка не очень нравится. Она не очень уверена в себе. То есть я вижу, что девушка не часто улыбается, на нескольких фотографиях нигде нет улыбки. Мне кажется, улыбка бы ее очень украсила. У нее интересный типаж, но в данном случае этой одеждой она прячется от людей. Она как будто отталкивает от себя мужчин. Я хочу с тобой парі. Віриш, що я докажу тобі, що можна змінити перше враження? Давайте. Клас! Я хочу, щоб завтрашнього дня ми відкривали нову сторінку твого життя. Я дуже хочу, щоб вона побачила себе іншою і зрозуміла, що те, що вона про себе думала, тільки в її голові. Переді мною сьогодні стоїть непросте завдання. Я хочу показати Ірі, що головне, як вона себе сприймає та почуває, а не те, як її сприймають оточуючі. Таких людей треба вибивати з зони комфорту. Я хочу побачити, відчути емоції. Тому я запросив собі в допомогу цілий театр імпровізацій Кляцькіних. І я сподіваюся, що вони допоможуть змінити самооцінку Ірини. Привіт. Добре утро. Отримай задоволення. Добре? Я піду. Сяду. Ирина, сейчас ничего смертельного происходить не будет. Я просто предлагаю вам испытать новый опыт. Поэтому просто относитесь к этому не как я на сцене, я импровизирую, а просто получайте удовольствие. Нам помогут. Мы будем не одни. И сейчас я хочу пригласить актеров. Актеров импровизации, которые сначала пришли просто для того, чтобы раскрепоститься, но потом решили связать с этим свою сценическую жизнь. Ребята, проходите, проходите сюда. Здравствуйте. Здрасте. Не могу сказать, что я прям чего-то боялась. Это было скорее любопытство и легкий мандраж из серии интриги. Сейчас, вот в этом пятачке, вы просто ходите. Ну, просто передвигаетесь, двигаетесь, вот как хотите. И желательно, чтобы это было чуть-чуть хаотично. Вот вместе с актерами. Просто сливайтесь в кружочек. Да, все, поехали. Просто перемещайтесь с актерами. Сейчас, по моему хлопку, вам нужно будет включать эмоцию, радость. максимальная радость. Такие какие-то сильно яркие эмоции проявлять на людях достаточно сложно. Поэтому я делаю над собой усилия, чтобы все-таки смеяться, улыбаться и хохотать. Усложняем. Сейчас я буду давать животное. Первое – обезьяна. 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 Я старалась сделать так, чтобы не напортачить. Старалась придумать какие-нибудь более интересные движения из мира обезьян, для того, чтобы было как-то более весело, что ли. И сейчас дождевой червяк. Представьте, что вы дождевой червяк. Проживите это. Іра виявилася настільки сміливою, я не очікував цього, що навіть дощового черв'яка показала. А це треба було ползати долу.
И вона це зробила. На самом деле, я смотрела на актеров, что они делают, и старалась повторять за ними. А вас, Ира, я попрошу остаться. Вы считаете себя красивой женщиной? Ну, я считаю себя симпатичной. Симпатичной? Да. А в чем разница? Ну, красивая – это когда ты такой стройный, нос ровный, глаза большие, губы пухлые. А это ну, кто такое это... сказал? Ну, а вы знаете, что у всех людей разные вкусы? Ну, конечно. Так. Вот. Но все равно есть какие-то там тоже общепринятые там стандарты, которые привлекают. 21-е столетие. Каноны изменились. Зараз ты красива, коли є гармонія між внутрішнім відчуттям себе і зовнішнім проявом. Це краса. Хорошо, у меня для вас есть задание. Представьте, что сейчас вы рекламируете другим людям то, что вы считаете недостатками. Я лихорадочно соображала, какие именно недостатки меня беспокоят больше всего и как, собственно говоря, их можно вывернуть на более положительный аспект. У меня высокий рост, но я считаю, что все эльфы в Толкине были высокими, поэтому это круто, потому что все считают, что эльфы в Толкине, они умные и очень красивые. А у меня большие стопы, но сейчас придумали много очень красивых и крутых кроссовок, и сейчас мода идет вместе с вами в одну ногу. Да, это правда, черт возьми. Я думаю, что у меня толстая попа, и на ней есть целлюлит. Многим мужчинам это не нравится, но, с другой стороны, это признак того, что человек здоров, если расслабиться и не испытывать чувство неловкости, можно жить спокойно. Главное, не забывать о здоровье и заниматься физкультурой. Недостатках и рекламировать о том, что это что-то очень крутое, ты постепенно начинаешь в это верить, что на самом деле с этим можно прекрасно жить, и некоторым это даже и захочется заиметь. Нехай грає впевнену людину, і вона навчиться це робити, а потім підлаштується і не помітить, як сама стала впевненою людиною. Так це працює. Все ваши рекламные проявления ваших недостатков объединял один фактор. Какой? Хорошо. Может, поможете? Какой? Зовнішність. Это меня интересовало в этот момент больше, чем внутренние качества. Мне кажется, что у меня в глазах нету какой-то такой искры, счастья и радости. Вот у меня есть соседка, у нее вот глаза, они вот прям аж лучатся. Ну, почему? В чем разница между вами и соседкой? Я просто, наверное, просто другой человек. Потому что, когда у человека есть харизма, это видно. И, наверное, он это сам чувствует, харизму внутри себя. А тогда, когда ты такой, как замороженная рыба, иногда бываешь так, о какой харизме может идти речь? А что делает вас другим человеком? Ну, набор моих уникальных качеств, как бы. Вот, вот, вы об этом сказали. Представьте, у вас есть уникальные качества, и все люди разные. То есть как можно мерить человека, внешность, красоту, все остальное под одну гребенку, если все люди по факту уникальны по факту своего рождения? Вы единственный экземпляр во Вселенной. Вообще больше такого нет. Я хочу дать вам финальное задание. Сейчас прорекламируйте свои достоинства и признайтесь себе в любви. Когда мне нужно признаваться себе в любви, я просто этого испугалась. Она дуже не любить себя. Мне кажется, что в ее голове нет жодного места на ее теле, яке б вона просто любила. Все не так. Ирина, я в вас верю. Поехали. Я люблю себя за то, что у меня никогда не болит голова. Я себя люблю за то, что мне нравятся детективы. Я люблю себя за то, что у меня есть
кулинарная тетрадка семейных рецептов. Я люблю себя за то, что у меня тонкая талия. Она всегда будет тонкой относительно бедер, независимо от того, сколько я там буду весить. Я люблю себя за то, что я уделяю внимание своему здоровью. Для меня хорошие зубы важнее, чем губная помада. Я люблю себя за то, что я добрый человек. Я добрый, я заботливый человек. Я покладистый, надежный друг. Еще я люблю себя за то, что я, наверное, немножко смелая, чем трусиха. Коли вона розкрилася, стала приємною, ніжною, чуттєвою, вразливою, жіночною, приємною. Вона така красива. Я себе тоді дійсно чувствувала уверенно і щасливо. Тепер я бачу вогники. Я бачу, що зміни відбулися. І тепер я можу продовжувати перевтілення. Хорошо. Що я для неї придумав в капсулі? Спортивний стріт-стайл. Різні кольори, різні фактури. Це прийом багатошаровості, який Іра ніколи не використовувала. Але ж все поєднано в спортивному стріт-стайлі. Почнемо ми з рожевого светру. Угу. А якщо поєднати його з атласною спідницею, буде цікава гра фактур і кольорів. Угу. Ну і завершив ми це все жакетом. Хорошо. Подобається? Да. Тримай і спробуй це. Спасибо. Взуття. Кросівки, зелені вставки і рожеві шнурки. Да. Дякую. Перевдягайся, і я тебе чекаю саме тут. Классно! Мне нравится то, что оно многослойное, и то, что оно очень приятное на внешний вид. И вообще оно как-то все очень органично выглядит. Какое ты себя відчуваєш в цьому образі? Такой возвышенный, такой нежный, и улыбаться хочется почаще. Мені здається, чогось не вистачає в цьому образі. Як ти вважаєш? Украшений. Ух-ух-ух! Добре, ну нехай ця сумка стане прекрасною. Красивенько. Більше всього мені подобались в першому образі кросівки, тому що вони дуже класні. Мені дуже подобається їх форма, їх дизайн, їх цвіт. Для наступного образу я хочу, щоб твоя посмішка прикрасила яскраві кольори. Почнемо з червоних спортивних брюк. Угу. Вільний крій. Тобі має сподобатись. Хорошо. Зверху доповнимо базовою ніжно-білою футболкою угу. З принтом. О. Класно. Да? Тримайся. Чорна сорочка з яскравими надписами. Да. Так. Скажемо їй так. Да. Ну і зверху, щоб ти не змерзла, біле худі. Зверху на футболку. Да. А зверху на худі вже буде сорочка. Угу. Хорошо. Уявила собі? Ого, да. Ого. Спробуєш, покажешся. Чорні кеди угу. З білою підошвою. Угу, да. Тримай, перевдягайся, я чекаю на тебе. Я дуже хочу побачити тебе в червоних штанах. Ну, это очень круто. Это так многослойно, и цвета так подобраны, и вообще классно.
Меня больше всего покорили именно красные штаны с лампасами. Но они просто мега стильные. Как говорил Термінатор, я про апгрейди все. Мені здається, що цей образ можна ще доповнити. Чим? О, трохи леопарду. До нашого образу у вигляді рюкзака. Спасибо. У меня никогда не было никаких леопардовых вещей. Да. Обережно, воно затягує. Это на самом деле здорово, потому что это тоже добавляет какого-то стиля. Виготовлений в Італії фен Babyliss Velios. Це професійна укладка у тебе вдома. Знов таки светр. Угу. Знов таки принт. Красиво є. Спасибо. Подивись на ці білі джинси широкого крою. Круто. Жакет. О. Напівприталений, приємний коричневий колір. Нам не вистачає підборів. Охо-хо. Красиве. Спасибо. Чекаю на тебе, повертайся. Хо-хо-хо-хо-хо. Ого. Такая стильная-стильная и очень-очень крутая. Кожаный пиджак – это, конечно, за пределами реальности, потому что у меня, в принципе, никогда кожаных пиджаков не было. Я бы сказала, что это мой стиль, какой он мог бы быть в лучшем исполнении. Теперь ты знаешь, что вулична мода – это мода сміливих девчат, які не бояться бути у центрі уваги. А бути щоразу як треба, тобі допоможе наш партнер – інтернет-супермаркет «Розетка». Бажаю тобі сміливих експериментів. Юрію, здається, вдалося догодити Ірині. І вона потроху почала змінювати думку щодо себе на краще. Залишилося лише перевірити, хто виграв парі, про те, що перше враження можна змінити. Як вважаєш, яку дівчину вони побачили? Стильно і вірено в себе. Давай перевіримо, чи так це насправді. Одежда есть ее и молодит, и стройнит, и она уже привлекательно смотрится. Я вижу, что она стала использовать сережки, колье, какие-то украшения на одежде, то, что ей очень идет. Каблучок ей тоже очень идет. Мне кажется, раньше я его не носил. Здесь она смотрится еще выше, наверное, даже где-то с меня ростом, может быть, даже выше. Самое главное, чтобы было удобно целоваться. Но она бы зацепила мой взгляд однозначно, привлекла бы их с внешним видом. Мне очень нравится, что все очень гармонично смотрится. Цвета, цветовая гамма, вот все прекрасно между собой сочетается. Ирине стоит заморачиваться над своим образом, над тем, как она одевается. Ну вот ее буквально вот переодели просто. Она изучает уже совсем другие вибрации. Увидев девушку в таком образе, я бы, скорее всего, подошел бы к ней и сделал бы комплимент. Прекрасный вокал. Вайб. Ти їм подобаєшся. І дійсно, вони б хотіли підійти, познайомитись, зробити комплімент. Це я говорю, щоб ти вже почала уявляти, як це буде. Щоб коли це сталося, ти впевнена, з гордістю, и с радостью принимала комплимент. Слушайте, если бы я не видел лица, я бы сказал, что это совершенно другая девушка. Вот, потому что здесь уже просматривается какой-то стиль, а одежда стала более яркой. Но так одеваться могут только те люди, которые хотят быть красивыми. А это самое главное. Ирина, продолжайте в том же русле, так и надо. Завтра я буду изменивать тебя в унісон з тим, що побачив ось тут. О, спасибо. Чи ти готова довіритись мені? Да. Я вже знаю, що буду завтра тобі робити. Так, я знаю. Інтрига і тригер. Іра буде зовсім іншою. Дивіться далі в програмі. Мене огорчило. Одна прядь волос, яка впала мені на висок. Ужас. Що б, на твою думку, сказали зараз чоловіки? Я зараз про окружаючих взагалі не думаю. Я не був к этому готов. Дуже сексуально висока. Це шедевр.
Юрочка, привет. Привет, Мариша. Привет. Ну, рассказывай. У нас сегодня много работы. Показывай. Маленькая такая. Девушка молодая, а глаза... Дорослая. Уставшая от жизни женщина. Дорослая женщина, яка все бачила и уже ничего не хочет. Она еще молодая девушка, она может быть яркой, разной. Надо пробовать. Может быть. Если не спробуешь, не дізнаєшся. Конечно. Я зроблю те, на що вона ніколи не очікувала. Смело. Пішли знайомитись? Пошли. Я зроблю тобі таку зачіску, щоб всі навколо затамовували подих від захопу. Я перевтілю твоє волосся разом із партнером Schwarzkopf Professional. Повір, результат буде розкішним. Schwarzkopf Professional разом із пристрастю до волосся. Прошу вас расслабиться, получить удовольствие от процесса. Моя задача – сделать вас еще более красивой, чем вы есть на самом деле. Приступим? Да. У Ирины слишком грустный, уставший от жизни, потухший взгляд. Пожалуй, будем его зажигать. Макияж делает чудеса с женщинами. Он придает уверенности, он расправляет крылья. И я уверена, вот абсолютно убеждена, что сегодня так и произойдет. Ты невероятно красивая девочка. Вот правда. Я желаю тебе, чтобы то, что испытывала я сегодня, вот я красила и думала, боже, какая красотка. С каждым штрихом ты становилась все красивее и красивее. И я хочу, чтобы ты почувствовала сегодня это, глядя на себя в зеркало. Спасибо. Что ты можешь быть такой. Что ты, кстати, можешь быть еще и не такой. Пусть сегодняшний макияж расправит твою спинку, сделает уверенной походку, появится блеск в глазах, и ты наконец-то сможешь притянуть свою половинку к себе и стать счастливее еще больше. Спасибо. Я злюсь. Меня огорчило. Одна прядь волос, которая упала мне на висок. Проблема в том, что я не люблю блондинок. Нарешті настала та мить, коли ти себе побачиш. Я хочу тебе познайомити з тією красунею, яку я бачу в тобі. Поїхали. Поїхали. Ой. Ужас. Ну, если честно, я никогда в своей жизни не была блондинкой, всячески этого избегала, то это сногсшибательно просто. Оно вот, вот, вот так вот все, оно действительно здорово. Да. Дякую тобі, що ти це побачила. Скажи, от що б сторонні люди зараз подумали про таку красоту? Честно говоря, я сейчас про окружающих вообще не думаю. А что сама про себя думаешь? Ну, это просто это сногсшибательное великолепие. Что бы, на твою думку, сказали зараз чоловіки? Я думаю, они бы раскрыли бы рты от изумления. А чи хотілося б тобі побачити, як вони роз'являють рти? Не знаю. Але ж все ж таки, я вважаю, що на сьогодні для тебе компліментів замало. О, Господи Боже! Чоловіки, проходьте. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Раджу вам представити Ірину. У меня не было слов, вот, потому что они просто отпали при виде девушки и такого преображения. Я не был к этому готов, я не знал, что она может настолько красиво и яскрометно вот так вот выглядеть. Очень сексуально высокая. О! Мне говорили, что очень высокая, но я не думал, что настолько. Вам еще не идет. Она выглядит очень стройно. Мне нравится, как она держится, она более уверенно стала держаться. Но комплименты она воспринимает не очень. Мне кажется, ей надо учиться. Это
шедевр. Ну, это на самом деле очень... она стала достаточно красивой, сексуальной. У нее появились черты лица, появилась улыбка на лице. И это очень круто. Она действительно красивая. Пускай продолжает в том же духе. А я так никогда не выглядела. И сейчас я просто понимаю, что чтобы мне не сказали, меня это вообще не прошибает. Я хотела бы себе пожелать не робеть перед другими мнениями. Нужно отстаивать саму себя. А теперь я везу красу тобі.